На сегодняшний день мы можем подтвердить тот факт, что работы уже практически начались. Уже в ряде районов республики, это в Алданском районе, завершены работы по зачернению. В Хангалатском районе планируется сегодня окончание работ. И на трех участках, вот, которые мы сегодня посетили, можно констатировать факт, то, что работы на одном участке завершены, на втором участке планируется завершение сегодня, максимум завтрашнего дня, и по зачернению планируется в ближайшее время, согласно установленных планов и графиков. Сбоев пока в настоящее время по проведению превентивных мероприятий на реках федерального значения Лена проходит согласно установленных планов и графиков. На сегодняшний день спланирована работа уже 8 оперативных групп. Это 7 основных групп. Это по Лене Алекминскую оперативная группа, также по Алдану оперативная группа, по МГ оперативная группа, по Вилюю, по 2 оперативные группы. На сегодняшний день у нас сложная паводка, обстановка прогнозируется согласно прогнозам гидромета на территории Колыма. Колымская группа районов по реке Яна и по Индигирке. Поэтому на Колыму мы планируем две оперативные группы. Это в Среднеколымский населенном пункте Зерянка Верхнеколымского района, а также Верхоянский район по реке Яна. Также планируется работа оперативной группы Главного управления и органов управления Якутской территориальной подсистемы.